Волнительный момент для тех, кто так или иначе имеет отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями. Судьба инвалидов непроста. Поддержка со стороны общественности для них главный подарок. И в день празднования 30-летнего юбилея Общества инвалидов Ленинского округа ее было более чем достаточно. Торжественное мероприятие посетили сотни человек. Много теплых слов сказал первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков. Все эти годы вы осуществляете конкретные дела и проекты, направленные на оказание всесторонней помощи инвалидам, реализацию их потенциала и адаптацию в современном обществе. Благодаря вашей помощи и поддержке люди с ограниченными возможностями здоровья могут вести полноценную жизнь, занимаются спортом и физической культурой, развивают свои творческие способности. Дмитрий Волков вручил председателю организации Наталье Рящиной денежный сертификат на 300 тысяч рублей. В юбилейный для общества инвалидов день это был не единственный подарок. Гости, как и полагается, пришли не с пустыми руками. Много внимания члены общества получили от предпринимателей, которые в последние годы стали для людей с ограниченными возможностями друзьями. Мы хотели вручить сертификат. Поздравляем! Главных героев праздника отличает огромное чувство благодарности. Они не перестают говорить спасибо каждому, кто не остался равнодушным к их личным проблемам. Поэтому в день юбилея Общества инвалидов Наталья Рящина вручила добрым друзьям организации благодарственные письма. В их числе генеральный директор Видновской дирекции киносети Олег Федоров и председатель общественной палаты округа Григорий Авдеев. Результаты работы их видны невооруженным глазом. Для непосредственно людей самих инвалидов, которые находятся в такой жизненной ситуации, конечно, такая активная организация, которая работает и с властью, и с самими инвалидами, это, конечно, подарок судьбы. Поэтому могу пожелать только им еще больше энергии, еще больше удачи. Вот. Ну и, соответственно, поддержки от нас, от большинства населения. В душе ощущение праздника. Вот ощущение того, что все мы вместе. И это благодаря поддержке, прежде всего, администрации, благодаря поддержке наших друзей, спонсоров, благодаря тому, что у нас в организации такие активные, хорошие, замечательные люди есть. И у нас у всех сегодня праздник. Чтобы выразить свое почтение и поздравить виновников торжества с праздником, мероприятие посетил российский спортсмен, политик и спортивный деятель, депутат Государственной Думы Российской Федерации и, наконец, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Я думаю, что именно благодаря вашей активности мы становимся с каждым годом только сильнее. Поэтому я хочу высказать благодарность вам, Наталье Алексеевне, что вот такой большой коллектив сегодня здесь собрался. Море цветов, подарков и внимания. Этот день в памяти представителей общества инвалидов останется надолго. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.